Великобритания отправляет два патрульных корабля класса River 2 в Индо-Тихоокеанский регион. Об этом пишет Navy Recognition. HMS Spey, HMS Tamar Королевского флота получит прописку в Индо-Тихоокеанском регионе с конца этого года. HMS Spey – это самый новый из кораблей в британском флоте, его ввели в боевой состав 18 июня 2021 года. Корабль является пятым и последним из второй серии прибрежных патрульных кораблей OPV класса River 2, которые строятся для Королевского ВМФ Великобритании. На вооружение Королевского военно-морского флота Британии патрульный корабль HMS Tamar класса River Batch 2 приняли в декабре 2020 года. В этом году корабль покрасили в ливрею Dazzle Camouflage, которую ввели в конце Первой мировой войны. Она была принята многими мировыми флотами того времени и повторена снова между 1939 и 1945 годами. Корабли класса River 2 относятся к типу OPV, разработаны и построены компанией BAE Systems. Аббревиатура OPV походит от Offshore Patrol Vessels, то есть патрульный корабль прибрежной зоны. В 2014 году Минобороны Великобритании заключила с компанией BAE Systems контракт стоимостью 348 миллионов фунтов стерлингов на поставку трех кораблей класса River Batch 2, Force, Medway и Trent. Соглашение включало опцион на строительство еще двух кораблей, Tamar и Spey, который был реализован 8 декабря 2016 года. Стоимость этого контракта составила 287 миллионов фунтов стерлингов. Контракт также включает обслуживание всех пяти кораблей серии. Новые корабли повысят возможности ВМФ Великобритании по патрулированию и защите морских границ, борьбе с терроризмом, противодействию пиратству, контрабанде, незаконному обороту наркотиков в своих территориальных водах и за рубежом. Тем самым корабли класса River 2 будут высвобождать эсминцы и фрегаты Королевского флота для более важных задач. При необходимости на корабле может быть размещено подразделение морской пехоты численностью до 50 человек. Технические характеристики кораблей следующие: водоизмещение – около 2000 тонн, длина – 90 метров, ширина – 13 метров, максимальная скорость – 24 узла. Дальность плавания – 5500 морских миль, экипаж – 60 человек, автономность – 35 суток, вооружение – 1 30-миллиметровая артиллерийская установка компании MSI Defense Systems и две установки MK-44. Дополнительно корабль имеет площадку, которая позволяет принимать вертолеты Merlin. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!